Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевшие его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним. Говорили они, и плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие.